Доступность за почти 5,5 миллионов гривен. Приблизительно ту сумму мэрия готова потратить на обустройство пляжа для людей с инвалидностью в Лузановке. Чиновники отмечают, что там разместят все необходимое оборудование для свободного передвижения инвалидных колясок. Кроме этого, вице-мэр города Светлана Бедрега отметила, что первая часть средств на работы выделена в этом году. Однако эти 2 миллиона 700 тысяч до сих пор не использованы. В мэрии также пообещали, что работы будут завершены до следующего курортного сезона, то есть до 1 июня 2022 года. Если это произойдет, то станет историческим событием. Практически ни разу в новейшей истории Одессы социальный объект для маломобильных граждан подрядчики в срок не сдавали.